В общем, я перезапустил. Перезапустил. Да, вообще что. Ну и решил забить вообще. Все эти игры. Ну мне что-то не знаю, мне что-то так грустно стало. Для тех, кто есть, прям вообще загрустил. Унул. Прям правда, что-то унул так и унул. Решил забить. Ильдю. Ну я не знаю, блин, ну. Это такое прям. Биошок прям вообще. И бесконечно. Вот. Происходит, сюжет и так весь понятен. Блин, срань одна какая-то, так не хочется. Плеер Сафир просто не. Он хоть может быть и ламповый, но там нами страшный. Но тоже что-то такое прям. Плеер Сафир тоже забил. Ну а кроме них нечего мне поиграть. Ну не то что нечего, надо уставить. Готовиться к остальным. Ждать, когда скидки появятся на них. Не могу дождаться, когда скидки на арму завезу. Я бы с удовольствием поиграл в арму. В арму РП особенно. Игра захватит. В эту игру я могу сидеть и играть вообще, будучи один на стриме, как бы мне плевать. Ну, есть у меня подозрение, что возможно эта игра не затянется на стриме. Ее придется заканчивать. Или она закончится для меня. Провалом. Пяти паупере спириту. Один из членов семьи умирает. Нет, нет, Адольф Флеминг чувствует, что пришло его время. В последний раз он решает пройти путь до дома, где он когда-то родился, где он сможет провести оставшиеся часы с любимыми людьми. Нет. Где он? Главный герой. Как так? Не умирай. Нет. Вот это, блин, по-настоящему. Так. Как же? 89 лет. Всю жизнь человек просто. Пришел домой вокруг. Это то, что он. Умер член семьи. Глубокой печали я должен убить. Умер Адольф Флеминг. На этой прекрасной сапом позже. Работник при смерти. В возрасте войны. Только будет похоронен. Очень грустно. Эй, вы. Ну, возьмем вот этого, да, у нас Эдси. Один человек по ветке. Что такое? Это у меня есть в группе? Этого нет. Ученый. Но ученый мне не нужен. Мне нужен мастеровой. Что-то не так? А, нет, мне нужен патрон. А она патрон? Да, она патрон. Конец рабочего дня? Это еще что такое? И что теперь? И что теперь? Без труда не вы... Да. Эго сум, куи сум. Устроить пир после. Вот и я. Так, а этот не женился еще, Риту? Да, они еще оба не женаты. Окей. 5 часов утра. Пока все производство. Работник при смерти. Уже откинулся это. Ну окей, ладно. Здесь работник близ. Не здесь. Здесь работник близ. Да.
кто-то чувствует себя забытым. Подожди, подожди. Что будет? Так. Я добываю золото. Моя страсть. Здесь тоже. Так. Что значит этот глаз? Мне не нравится. Да-да. Так, ну здесь всех отправим готовить пирожные. Будет сделано. Пирог со сливками. Надеюсь, меня не ограбят. Будьте там. Так, ну здесь. Куда? Это не займет много времени. Будьте там. Работник при смерти. Да опять при смерти. А, ну пусть. Не нужен этот работник. Один из ваших детей может пойти в школу. Ну пусть идет. Мне лень с вами. Куда поедем? Я спешу. Так. Разделяй и власть. На рынок. Жаль, конечно, что Адольф откинулся. Был моим любимым персонажем. Он породил всю эту глупость. А. О, нет. Ей кто-то грехи отпускает. Прости. Оп. Что-то не так? In vino veritas. Так, или кольца. Полтель. А здесь? Вам нельзя смотреть это здание? А что это за здание? Дом для работников выпавших. Выпавших. Вот и я. Ну и что делать тогда? Так, а в политику? Вот этих бы всех пихнуть с их должностей. Они не нужны никому. Не нужны. Как вам угодно. Династия скорбит. Да плевать мне. Вариацио дилетант. Не моя же. Да. Так, ну где, блин, женщина-то? Вон она спит, какого черта, эй. Хорошее пиво, что тут сказать. Эй. Епископ, вот сама епископ нам в гости пришла и замаливает. В честь чего вообще? Ваши грехи прощены. Того, что она стареет? Ваши грехи. И не было грехов никаких. Династия скорбит. Так, а мы можем ухаживать этим? А, ну раньше кнопки такой даже не было. Ну окей, подождем. Подождем сейчас.
Династия скорбит. Все откидываются. КД просто. О! Эго сум, кви сум. Вот где она? А сейчас? Где-то, видать, очень далеко. А, вот тут. А, когда работник у нас... Работник при смерти. Да какой еще работник? Да и хрен с ним. Ну, при смерти. А, так, у меня еще не особняк, да? Болды. Окей. О, они бьют. Черт вы, блин, контрабандист. Вот этот лагерь их, он вообще отвратительный. Всем мешает. Там всех убивают. Блин. Там еще и моя невестка где-то. Аристократ. Династия скорбит. Чем эта женщина сюда пешком пришла? Ничего не понимаю. Так, риторика. Ухаживание, брак и любовники, оскорбления, угрозы, политические преступления, судебные процессы, поединки, взяточник. Так, знание. Риторика. Судебная риторика. Риторика эмпатия. Специалист по удобрениям. Нет. Это специалист по удобрениям, это точно не для нас. И лет. Уже 20, было же 16. Да, очень быстро. Вот нет. Энтер. Наших работников. Ловкий бедец. Пусть будет образованный. Уровень 4 будет у нас. Так, время для микроменеджмента. Леони идешь дороже всего. Ничего, кроме работы. Отлично. Будьте там. Везде, где потребуется. Надеюсь, меня не ограбят. Так, ну здесь очень-очень копилось все. Все клочь. Куда сало прыгает? Кто-то влюбился в вас. О! $15,000. Серьезно. Надо сразу дом. Алия якта эст. Вы бы хотели стать матерью моих детей? Обещаю содержать и обеспечивать вас всем необходимым. С радостью, сударь. Так. О.
величайшей радостью, сударь. Бывает. Отлично. Ну все, надо домой возвращаться. Так, дом под... Я хочу... Налог с продаж изменен. Требование титул баронетта, а у меня какой-то ландграф. Еще надо титул. Чё-то... Мей. Вариацио делектат. Да. Разделяй и властвуй. Эраре хуманум эст. Да. Так, а ты? Ну, ты выходи на улицу. За работу. А сейчас? Мне нужно, чтобы мое зерно без... Это нашествие крыс сведет меня с ума. Так, нам нужно построить таверну. И желательно бы таверну эту поставить в городе. О! Иногда дать пищу и душе, и телу бывает очень трудно. Источник сырья истощен. Золото? Кончилось золото? Cogito ergo sum. Конец рабочего дня? Окей. Это еще что такое? Кончилось. Тогда... Драгоцен... Да, хорошо. Вы хозяин? Болят мои ноги. Куда поедем? Это нашествие крыс сведет меня с ума. Ну же, надо за кем-то начать ухаживать. А, гражданин, мастеровой. Сколько лет ты? 29? Давай пробуем. Блин, на невольниках. Буду счастлива побыть в вашем обществе, сударь. Вы не проводите меня? У меня нет на это времени. Ну иди в задницу. Я здесь хозяин. Конченый говнарь. Там подъехала бородец. Чего ты? Тогда. Ничего, нужен был. Кроме рабов. Вас отвергли. Вас отвергли. А больно, да. Я на самом деле под конец что-то испугался. Вдруг это типа... Не сработает, а она сама пилит. Окей. Будем искать невольника. У нас не чисто. Постоянно с невольниками кровь мешает. Ну и ладно. О, кто-то есть. Это, я думал. 25 лет кто? Да и выглядит вроде достаточно. Хорошее пиво. Что тут сказать? Прошу прощения за незамысловатые речи. Было бы замечательно, если бы вы прогулялись со мной. Почему бы и нет? У него еще голос как ближе продает. Начался процесс ухаживания. Так
спокойно рядом с вами, сударь. Мне так спокойно рядом. Спасибо за теплые слова, Лили. Начнем. Куда он убегает? Вот и я. Алия якта эст. Вариацио делектат. А, понятно. Можно было надеть кольцо на себя и получить одобрение. А есть какие-нибудь бонусы? Огромный уголок. Почему может применять действие за роман? Нужно, конечно. Вот и я. Что такое? Блин, сорян, я прервал, ребята. Начнем. Должен был сейчас секс. Ми. Я затупил. Или вынужден. Ладно. Работа моя страсть. Работа моя страсть. И что теперь? Верно. Ландграф Ширли. Помочь? Так, у него появились? Боюсь, я имею другое мнение на этот счет. Мнение на этот счет. Вы слышали? На кого-то поступило прошение на получение государственной должности. Эссель хочет zu Veränderungen bei den Amtssesseln kommen. Думает, отличный шанс. Все может быть, но меня это сейчас совершенно не волнует. Ardua prima via est. Обнимашки. Интересно, люди одобрят или нет? Еще и поклон дать. Это так мило с вашей стороны. Спасибо. Это на вы, своему мужу. Так, ну-ка. Что тут у нас? О, избиратели. Смотрите, подземелье, его нет. Владыка гильдии и суверен. Стефан Хеббер. Надо сохраниться вот здесь. И сейчас, короче, надо будет пытаться делать под. А сейчас? Отравить воду в колодце, ничего себе. Будет ли выбран этот кандидат? Ardua prima via est. Закончено строительство нового здания. Как он нелепо это. Большое спасибо. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Блин, неужели это Жюли Гаш до сих пор не откинул? Да, и тот, кто посмел. Вы не пожалеете об этом. Ну я надеюсь. Переводить, блин, в такое бревно древнее. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Можно попробовать еще одну взятку. А, КД. Окей. Надеюсь, надолго это не затянется. Не, понимаю, что это выглядит не очень динамично. Так, наверное, сейчас. Тянем, что-то, наверное, может.
пусть, короче, по... Началось заседание. Будем пробоваться. Будем пробоваться. Надеюсь, в этот раз мы сможем по обоим веткам пойти в политику. Досточтимые дамы и господа, я объявляю сегодняшнее заседание открытым. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Должность Верховного Судьи. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Die Wahlberechtigten sind... Oh, na, там интересно всего. Так, ну это ясно. Ihr wagt es mir, mein Amt nehmen zu wollen? Das werdet ihr büßen. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Walter Lemming. Очень много ноунеймов. Почему вы думаете, что все еще в состоянии быть полезным советом? Жилигаш все еще не хочет за меня говорить. От меня городу была лишь польза. Это неправда. Вообще не знаю, кто. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. И что теперь? Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Вы не пожалеете. Вы знаете толк в комплиментах, сударь. Комплиментах, сударь. Комплиментах, сударь. Комплиментах, сударь. Комплиментах, сударь. Комплиментах, сударь. Сударь. Как-то недоступно. Она все равно хочет за него проголосовать. Пожалуйста, только бы я, только бы я, только бы я, голосуем. Пожалуйста. Уолтер Леминг. Улика Фонтан. Уолтер Леминг. Поскольку однозначно в решении принято. Все. Это меня не устраивает. Блин, а я ведь на опять заново подкупы эти делать. Вы слышали? От кого-то поступило прошение на получение государственной так. должности. Стефан Хэбберн получил. От кого-то поступило прошение на получение государственной должности. От кого-то поступило прошение. Иногда дать пищу и душе, и телу бывает очень трудно. Да, к сожалению, это правда. Закончено строительство нового. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Большое спасибо. Вдвоем такие подошли, каждый по мешку золота отсюда. Семейный бизнес. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Окей, он, короче, уже в нашем расп... Ну его голоса нам обеспечены, я думаю. Сейчас сделаем вторую сохранку. Так, короче, надо удалить все вот эти. Я всякий раз очень волнуюсь. Ходить. 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 Я всякий раз очень волнуюсь. In vino veritas. Тож, боюсь, я имею другое мнение на этот счет. Блин, КДшится. Сейчас, пока. Пауза. Да. Давай, давай, скорее, откатывайся. Блин, надо до заседания... А, все, заседание началось. Надо запомнить, заседание начинается ровно в 5 часов вечера. Интересно, они на те же места? Да.
Чувак сделал круг почета вокруг. Досточтимые члены совета, я... Так, ну здесь... Наконец-то получилось. Ты была епископом, чё этим, наконец-то? Должность главы арендного дома. Им должен быть я. Das ist mein Amt. Das ist mein. Die Wahlberechtigten sind. Jetzt сразу за меня. Это нас не любит. Почему вы думаете, что все еще в состоянии быть полезным советом? Так, давайте сохранимся вот здесь. Говори. И ща попробуем, потому что иначе, короче. Я вам гарантирую, что все вы будете гореть в аду. Вот теперь мое терпение действительно лопнуло. Нет, я не хочу умирать. Блин, она реально ее боится? Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Господи, отвратно. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Темы для беседы, сударь. Вы знаете толк в комплиментах, сударь. О, как это мило с вашей стороны. О. Алия Якта Эст. Вы не пожалеете об этом. Квибоно. Вы знаете толк. А сейчас мы проголосуем за это предложение. А сейчас мы проголосуем. И что теперь? Я всего лишь вам посоветую хорошо обдумать свое решение. Я дам вам немного времени, чтобы... Блин, в прошлый раз она угрожала, это мне на руку сразу. Так. Ну, тут... Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Выбором темы для беседы, сударь. Вы знаете толк в комплиментах? Блин, она все равно за нее. Что за дела, блин, ей? Максимально задобрила, она все равно. Эту... Ульрику Фонтен. Сейчас тоже за нее пойдут. Голос получает Уолтер Леминг, это мы знаем. Ульриков. Короче. Не будем ее никак вообще подкупать. Я хочу обдумать свое решение. Зря деньги только тратить. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Ну, поговорим с ним. Не вижу при... А, пошла в жопу. Большое спасибо. Это мило с вашей стороны. Ага, значит, после денег она хорошенько разговаривает. Ну, я надеюсь, это старая... Бля, сейчас скоро откинется. Ей 99 лет, она до сих пор сидит в совете и является сувереном. Ах. Там я ее, конечно, не хочу идти убивать, но... Голосуем. Надеюсь, что она. Поскольку однозначно... Опять Ульрика Фонтен. Нет. Вот свое решение. Голосуем. Поскольку однозначного решения при... Бесит меня. Буду сейф скамить, пока, пока не думать свое решение.
Голосуем. Поскольку однозначно... Да какого черта Ульрика Фонтен? Нет. Не будет здесь никакой Ульрики Фонтен. Эго сум, твое решение. Я да... Они вообще не хотят пускать, ну... Когда-то же должно сработать. Они ведь рандомно выбирают. Если голоса разнят. А сейчас? Обдумать свою... Поскольку однозначно... Да ё-моё, ну нет, ну... Какого чёрта? Не будет никакой Ульрики Фонтен на этой должности. Эго сум, куи сум. Я дам... Поскольку однозначно... Поскольку однозначно... Победителем по жребию становится. Ну, победителем по жребию уже. Не по старшинству голосуй. Значит, по жребию я могу стать... И что ты теперь? Хорошо обдумать свое решение. Я сохранился еще, когда она говорит. Давай, давай. Поскольку однозначного решения принято. Пощади, игра, пожалуйста. Вот твое и решение. Я дам вам немного. Поскольку однозначного решения... Твое решение. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Я была крайне впечатлена помочь? Вашим выбором темы для беседы, сударь. Вариацио делектат. Как великодушно. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Тишина. Давайте просто проголосуем. Поскольку однозначно... Да какого черта? Ульрика Фонтен, она не нужна. Не нужен этот старый мешок с костями. Кому вообще сдалась эта Ульрика Фонтен? Ты хорошо обдумать свое решение. Ульрика Фонтен, ей 59 лет. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. У нее есть имущество на 7000 золотых. Она никому не нужна. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Ага. Большое спасибо. О, как это мило с вашей стороны. Голосуем. Поскольку однозначно... Короче, решение... походу это не сработает. Так, автосохранение. Пять это. Ой. Это 24 число. Короче, надо будет отсюда. Вы слышали? От кого-то поступило.
поступило прошение на получение государственной должности. Errare humanum est. От кого-то поступило прошение на получение государственной должности. От кого-то поступило прошение на получение государственной должности. Не на получение государственной должности. Не на получение государственной должности. Государственной должности. Должности. Все может быть, но меня это сейчас совершенно не волнует. Закончено строительство нового здания. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Большое спасибо. Как она сейчас будет реагировать? Потом уже за столом. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Вот и я. Через все вы это слышали? Проходить. От кого поступило прошение на получение государственной должности? Что ж, боюсь, я имею другое мнение на этот счет. От кого-то поступило прошение на получение государственной должности? Ну, раз вы так считаете. Блин, подкуп не... Ну-ка, дальше со мной чем? Вот сейчас заседание начнется. Что же делать? Я сейчас голду слил в эту жюлигаш. Смотрим, чем это придется. Может быть, она будет голосовать за нас. Сохраним. Аварийная 16 назад. Точно не запутал. У нас есть аварийная 2, есть аварийная 15. Этих вообще никто даже рассматривает. Иначе вы все отправитесь. Толкивай. Не, она за меня. Давай. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы. Кви боно? Ну уже. За меня. А, ну... Здесь уже Волтер. Ладно, слил много голды. Да, наконец-то мне удалось. Но я сохраню это. In vino veritas. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Должность палача. Так, давайте. Палачом должна стать наша молоденькая. Von diesem Amt kriegt ihr mich nicht weg. Bitte. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Die Wahlberechtigten sind... Ну, здесь эти, походу, сами проголосуют. Все еще в состоянии. Давай, сделай еще угрозу какую-нибудь. Не думаю, что я когда-либо сделала что-то плохо. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Вы знаете толк в комплиментах, сударь. Это не выйдет. Как вообще эти делают комплименты? Они же все женщины. О, как это мило с вашей стороны. Давайте. Продолжим голосование. Оглашаю результаты голосования. Ну, отлично. У нас новое должностное лицо. Благодарю за доверие. Итак, на этом заседание объявляется закрытым.
Спасибо за внимание. Отлично. И... Поздравляем, Шелли Леминг, теперь палач города Леон. Всему следующий привет. Они зовут. Плата за... Эго сум, кви сум. Так. Вот, успокойся. Следующие... Следующий. Так, ну кто тут? Датели. Консул. Все? Разделяй и властвуй. Что-то не так? Пронизывай. У вас глаза убийцы способны одним пронизывающим взглядом напугать человека. Посмотреть на вашу жертву таким взглядом и заставить ее нервничать по Таикой. Талант. Как никогда. Отлично. Так, здесь тоже епископ, консул, суверен. Консул нет, есть только суверен. Начнем. Подминаем город. Пора работать. Почти готово. Да? Да. Так, здесь она. Сразу надо смотреть. Камни. Меня клиент. Ну окей. Раз камни привлек. Ну, брысь, пошли! Ну, брысь! Секунду, ребят. Камни дарят вашим клиентам ощущение комфорта, а люди склонны возвращаться туда, где им уютно. А коллекция пивных кружек. Это коллекция замечательных пивных кружек, притянет к себе взгляд истинного ценителя пива. Любому будет очевидно, что обладатель подобной коллекции знает толк в пивоварении. Так что люди всегда будут не против пропустить кружечку другую в ваш тавер. Столик завсегдатов. Завсегдатай вашей таверны собираются за столиком постоянных клиентов для непринужденного общения. Неудивительно, что их громкие беседы привлекают любопытных. В конечном итоге столик постоянных клиентов — это еще одна доходная статья для вас. Окей. Ну окей, купим неизвестное пиво. Я думаю, придется. Делаем. Огненный молот. С огненным молотом ваши работники будут для себя опасность. Звучит наоборот как. Большой горшок отдать. Возрастает. Защита. Кроме позора, это кресло предназначено для злостных неплательщиков, но можно привязать к нему пойного грабителя, чтобы прохожие могли швырять в него объедки. Отлично, удобно. Так, я сейчас очень много денег. Это пивоварня. В таверну, то есть. Спирт делается из сахарной свеклы. 4 спирта из одной свеклы. Значит, надо будет, наверное, 2 людей на спирт, на производство спирта отправить. А всех остальных делать пшеницу.
Так, у нас сало заканчивает. Это нехорошо. Это правда нехорошо. Так. Едет фургон. Нет. Дорога не бывает слишком длинной. И литейную, кстати. Куда? Я спешу. Повозка поскрипывает. Ну ты перестала возвращаться повозкам из своих путей. Надеюсь, меня не ограбят. Я кому? Уже в пути едет фургон. Да. Да. Переповозки. Вас назначили юридическим советником в суде. Таверна под названием просто таверна. Это мне нравится. Это займет много времени. Уже не успеваю устраивать весь миг. Когито эрго. Ничего, кроме куда? Уже в пути. Пакта взаимопом. Опасно. Пора работать. Не, он всего мастеровой второго уровня. Не очень. Как, кстати, не сохранить? 7к, даже долго нет. Лол. Куда? Куда? Как же, блин, вас... И что теперь? Счастье в труде. Ардуа прима виа эст. Срочно нужно. Работа – моя страсть. Ich will mich auf ein Amt bewerben. Merk dies bitte für die nächste Sitzung vor.
Муниципальный совет скоро соберется для обсуждения назначения на должность. Пожалуйста, не опаздывайте. Не опаздывай. Так, ну-ка, купи титул. Сколько будет? О, кого я вижу! Какое сегодня чудесное весеннее утро, не правда ли? Да, работа на службе у государства отнимает много времени и сил. Но я всегда с радостью найду для вас время. Вполне очевидно, что вы здесь потому, что хотите голды? Получить новый титул. Вам стоит подумать еще раз. Ценность этого титула изменяется. 100 тысяч голды, это очень. Вариацио делектат. Так, Атян же еще. Счастье. Что касается моего ремесла, то мы работаем на совесть. Работа моя страсть. Ну окей, окей. Так, сейчас должно очень много бабла прийти. Очень много. Все повозки. Почему-то... я не отправил. Куда поедем? Повозки. Будьте там. У меня появилась забавная шутка. Везде, где потребуется. Того, что это гуманитарная помощь. Уже в пути. Куда? Ничего, кроме работы. Повозка поскрипывает. Едет фургон. Куда поедем? Будьте там. Прямо сейчас. Да. Вот как-то. Пора работать. Начнем. Кто-то чувствует себя забытым, но он же спит. Надо ему чувствовать себя забытым. Ну. Что-то не так? Теперь у вас есть сын. Шерман. Уже новые появляются. Ветви. Блин, потом надо будет обязательно засыпать. Мне нравится так. Ну, вообще-то, нелогично. Работник при смерти. Блин. Люди умирают. Как хотите. Надо проверить, везде ли у меня доступ. По-моему, у меня... Да, везде достаточно. Хорошо, сделаю. Так, нет. Хорошо. Thank you.
Так, на патрон четвертого. Династия скорбит. Здесь почти все прав. Как изнутри. Красотищ. Жаль, я не глянул до того, как установил силу. Ванная комната. Династия скорбит. Кухня. Блин, какая атмосферная игра. Конец рабочего дня? Это еще что такое? Я уже полгорода под себя подмял. Повозка поскрипывает. Один из ваших детей начал обучение по специальности. Мэрайя. Когда я вырасту, я буду палачом. Хм. Династия скорбит. Сядь, сестру. Так, нам надо... Надо, короче... Вы придираетесь ко мне. Учиться. Учиться в воришку. Ардуа прима виа. Я здесь так, хозяин. Тоже. Ну? Наш ухо. Начнем. Кто-то чувствует себя забытым. Так он же еще... Мне нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. Вы должны явиться в суд. Блин. Хорошее пиво. Что тут сказать? Ну капец. Придется откладывать все дела идти. Ладно. Эго сум, куи сум. Ну окей, посиди, послушай. Против кого хоть оно вы? Что касается моего ремесла, то мы работаем на совесть. Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Понятно. Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Хорошо. Блин, очень много производится. Померно. Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Да понятно, понятно. Болят мои ноги. Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Блин, прекрати, пожалуйста.
Один из ваших детей прерывает. Да я понял, понял я. А, горит. Ты мне купишь что-нибудь? Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Надо еще раз. Полярный цех. Банковский дом. Блин, короче, на вора походу. Как нам? Банковский. Ну ладно, пойдем. Один из ваших детей прерывает процесс обучения. Мое зерно без плесени. Приветствую. Можно? Ладно, поэхали. Ну, как будто бы рэп читает, а не... Я обвиняю эту женщину в совершении ряда преступлений. Он даже руками двигает так же. Я делаю это сознательно, имея на руках достаточное, на мой взгляд, количество доказательств. И хотя преступления обвиняемые немногочисленны, все они заслуживают самого справедливого наказания. Итак, ближе к делу. Всем ясно, что для вас насилие является единственно верным способом разрешения разногласий. Но вы же злонамеренно избили ни в чем не повинного человека. Вдумайтесь в это. Невероятно. Какое ужасное, отвратительное преступление. И что же дальше? Подсудимая, вы без сомнения являетесь воровкой. И именно вы украли большую сумму денег из здания, принадлежащего одному из наших сограждан. Признайте это. Боже, боже! И это в нашем городе! И напоследок, с позволения суда... Я хотел бы представить другие имеющиеся у меня доказательства связи обвиняемой с преступным миром. Что? Какое чудовищное преступление! В свете того факта, что настоящий уровень строгости закона здесь довольно либеральный, мы, тем не менее, приняв во внимание доказательства, представленные обвинением, склонны вынести снисходительный вердикт. Какого наказания просит истец? Конфискуйте все ее имущество. Думаю, такого наказания будет достаточно. Слово защите. Обвиняемая, вы хотите что-нибудь сказать? Мне нечего об этом сказать, ваша честь. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Ел дошик и началась изжога. Привет, Лавли. Выпей молока, если думаешь. Поможет. Теперь суд решит, виновен ли подзащитный. Если нет молока, то просто побольше воды. Не виновен. 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 Подсудимая виновна по всем пунктам обвинения. Решение было не единогласным, поэтому приговор будет менее суровым. Вы приговариваетесь к пребыванию на позорном столбе в течение 6 часов. Вот это да, это самое то. Приговор будет немедленно приведен в исполнение. С этим я согласен. Так, сколько там времени? Сохранимся. Ну... Ну, почти ранее. Готово. И что теперь? Нет, нет. Разделяй и власть. Да? 54 года. Что это такое? Как можно больше детей заделать. Так, а ты пока, ну раз суд закончился, возы. Да он? Пора работать. Ландграф Эллиот. Я даже не знаю, кто этот Эллиот Деминг. А, я вспомнил, это Арамис, тот самый.
Так, а где наш кавалер? Точно, беги. Правильно, это, конечно, мне вообще без разницы. Да, и что теперь? Поддержка. Опытный. Пяти пауперес спириту. Да! Куда он идет? Провести ночь вместе. Ну, куда он идет проводить ночь? Это нашествие крыс сведет меня с ума. Начнем. Да? Мне нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. Привет, Элэм. Добро пожаловать. Что-то не так? Спасибо. Мне нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. Если это все... А это вообще моя таверна? Нет, это гостиница «Петушиный гребень». Блин. Плачу каким-то левым людям. Отменить. Нет! Какие бани? Нам нужно в суд. Пиши ветерочек «Петушиный гребень». Да. А сейчас называется. И не выходит с мужиком с этим построить отношения. Никак. Ну то не ее вина. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Так, окей. Потому что бы там понравилось, да. Как консул суверен будет играть. Как делать? Не-не. Тут 1.5 часа сидишь, что ли, да? Я до этого подрубал. Тобой, наверное, может, тоже 1.5 часа. Подрубал, сначала подрубил Лейер Суфир, потом подрубил... ну, короче, Лейер Суфир у меня вылетел какого-то черта, и потом не запускался, но я его выпилил. Вот. И... Байошок первый запустил, потому что я его начинал. Блин, что-то у него так перехотелось играть, какой-то он такой унылый стал. И я, короче, забил на это. Я все равно знаю сюжет. Во вторую пойду. Вот, и потом я заново запустил, да, 1.5 часа назад. И вот Лавлила появился. Так. Полины. Играть нас. Перен. Яш. Точно. Да? Ну, я только домой. Да ладно, эта игра такая, я как бы, ну вот, в том-то и дело, народу очень мало было, там еще никто на стриме сидел, у нее сидел. В принципе, хорошо. Я просто к тому, что, ну, одному как-то сидеть в Байошок играть вообще скучно было, а в Лейер Суфир даже страшно. Знаете, я забил вообще. А... подрубил гильдию, она такая ламповая, милая, добрая, такая прям приветствующая. Ну, короче, забил. В эту игру я готов сидеть один играть. А, жилигаш здесь. Пяти пауперес спириту. Ну, давайте сделаем ей... Так, подожди. Прима Что ж, боюсь, я имею другое мнение на этот счет.
Да! Моисия имеет другое мнение на этот счет. Почти готово. Так, все идут подкупать, делать взятку одной этой. Она... Будет ли выбран этот кандидат? Раз. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. О, как это мило с вашей стороны. Ну-ка, третья, третья. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Шутка. Не хочет. Не хочет, друзья. Так, вся семья фиолетовая. Моя. Все трое взяли взятку. Так, ну и... Кое-кто надо позволяет вам одеть серебряное. Подкупить себя. Кто позволяет вас... Я хочу Диабло вторую погонять. Когда Диабло, наверное. Как великодушно. Но почему? Не выбран этот кандидат. Будет ли выбран этот кандидат? Будет ли выбран этот кандидат? Аварина. А, ну, я плюсы. Если удачи, то о том, могу ли я куда-то пробиться, тем, ну, моя семья, потому что мы сейчас атакуем государственную политики. Мы сидим вот здесь, все хотят на нас. Так, ну Шилли. Сейчас, наверное, смотри, для подземелья идет у нас. Владыка гильдии, мне надо пробиться. Плачак, ну. Так. Досточтимые члены совета, кому-то не я хватило объявляю места. Сегодняшнее стоит рядом заседание со столом. Открытым. Lasst uns nun folgenden Amtssessel debattieren. Знатный статус суверена. Ну и здесь будем голосовать за Руху. Она нам нужна. Подсаблю, если можно так сказать. Кельган, да, привет, Кельган. Я несколько раз открывал список. Наверное, фона может просто. Уолтер. Ну все за. Почему вы думаете, и? Что все еще в состоянии быть полезным совету? Я всегда все делала верно. Я всегда все делала. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Вы не пожалеете об этом. Мне никто взятки не хочет давать, потому что я постоянно, ну, беру взятки и делаю все равно так, как мне больше нравится. Ну, у меня пакт о взаимопомощи подписан. Глигаш. Я помогаю. Одна, кстати, пробилась. Еще лет 100 назад. Сколько я там сейчас? Я уже 103 года. А сейчас мы проголосуем за это предложение. Сейчас нам надо пробиться в верхушку, и она откинется. И мы займем ее. Даже не надо будет себе синий. Оглашаю результаты голосования. Пользуясь отношения. У нас новое должностное лицо. Поздравляю. Благодарю за доверие. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Должность владыки гильдии. Так, вот здесь надо... А, вари нужно. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Die Wahlberechtigten sind... Для начала. Но она за нас пригласила. Почему ее рейди на канал?
Я была крайне он захостил баяниста. Нашим выбором темы для беседы. Орбил. Ну, вы как знаете, я понял. Вы знаете толк в комплиментах, сударь. Но он не забанен. О, как это мило с вашей стороны. Он просто не модератор. Так. Сударь, вы маг. Да я не хотел. Благодарю вас. Срать я. Разделяй и власть. Да, такой приятный собеседник. Зачем ты здесь встала? Ты мне мешаешь. А сейчас мы проголосуем за это предложение. Ну-ка. Не-не-не-не. Инвентарь полон. Чей инвентарь полон? Хорошо, что я сохранил. Как я вчера сормас. Были моменты, на которых я очень был. Да, я что-то, да, даже стал засыпать по дороге. Не знаю. Я вчера особо висел. Ну, было забавно, когда начался там какой-то трэш. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Когда начался выброс. Что такое? Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Так, нам бы как-то... Большое вы знаете спасибо. Толк в комплиментах, сударь. Да блин, мне не нужно было ей деньги давать. Зачем? Бесит. Она встала и мешает мне. Блин, это вообще не дело. Да, да. Еще забавный момент был, типа, портянка! Было забавно. Там опять появились риторды со всякими новых лайфов. И Тано, это... Дед! Кряхтящий, который РПшит не... Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Я была крайне впечатлена вашим... Сейчас что-то было забавно, типа, командир Бульбаш или капитан. Вы знаете толк в комплиментах, сударь. Надо было построить всех. Как великодушно. Блин, хорош, хорош чувак. Блин, он переманил на ее с... Как мне пододвинуть? Вот сейчас просто из-за вот этой... Бабы в оранжевом платье, я не могу заниматься подкупами. Квибоно? Сударь. Да блин. Маг и волшебник. Благодарю вас. Какой маг и волшебник, ну. Вариацио дилектант. Да, такой приятный собеседник. Я не знаю, что мне делать. Сужаться с другой и больше давать денег. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Ну вот, у нее еще какой-то огромный хитбокс, блин, вот. Вот это уже она, вот это вот. А мне надо вон туда попасть. На ту женщину. Вариацио дилектант. Вы знаете толк в волшебник. Ардуа прима виадес. Да, такой приятный собеседник и редкость. Благодарю как вас. Как великодушно. Просто ч какая. Больше взятки на взяти паупере спириту работает это и она зашла
Кви боно? Неважно, как часто мне приходится через все это проходить, я всякий раз очень радуюсь. Очень большое спасибо. Это не может продолжаться долго. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Сейчас будем смотреть, если та же самая адреса. Просто другому искать выход. Можно попытаться убить вот эту женщину. Хотя мне это, конечно, вообще перспектива не улыбается. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Как дебилы толпой бегут и пальтосят. Какое? Я полностью этот момент не помню. Чтобы точно сказать. Как и что? Чего? Во! Все сели на свои места. Я сейчас тогда просто загружу вот это. Я сейчас просто очень много денег слил. Водку почти полью. Только сколько изначально. Пяти паупере спириту. Вот от каждого. Что касается моего ремесла, то мы работаем на совесть. Начнем. Неважно, как чай. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Хорошо, что я сохраняюсь перед выбором. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Без малейшего понятия. Вы не пожалеете об этом. Так, подкуп. Эх, хорошо. Кое-кто позволяет вам подкупить себя. Потом микро. Очень много. Ой. Так, ну давайте быстрее выбрали. Все усядутся на своим. Никто не останется. Гаш. Так, вот здесь у нас назовем аварийное. А, ну просто да. Должность владыки гильдии. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Для начала сделаем короткий перерыв на раздумье. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Вы знаете толк, в комплиментах, сударь. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы. Как великодушно. Это мисс Клик. Блин, тут сильный хипокс. Это возможно вообще. Так, ну здесь... А нужно. Пора принять решение по этому предложению. Да. Оглашаю результаты голосования. У нас новое должностное лицо. Поздравляю. Спасибо, что выбрали меня. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren.
должность смотрителя подземелья. Ну, здесь у нас один, по-моему, да. Folgender Bewerber hat sich eingefunden. Weil sich nur ein einziger Bewerber für das Amt eingefunden hat, ist keine Abstimmung erforderlich. Спасибо, что выбрали меня. Хорошо. Изи. Изи. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Должность главы арендного дома. Unglaublich. So dankte mir also meinen selbstlosen Einsatz für die Stadt. Да это не Рамси, мужик, ты уже сменился. Folgende Personen haben sich beworben. Главу гильдии. Die Wahlberechtigten sind. Почему он голосует до сих пор? Он же вообще уже. Почему вы думаете, никому не нужен? Что все еще в состоянии быть полезным совету? Я всегда все делал верно. Для начала сделаем короткий перерыв на раздумье. Да, кстати, вы знаете, меня даже не большое нет. Спасибо, сударь. Эстель Росбери сейчас. Поскольку однозначного решения. Блин, почему когда я выбегал? Победитель будет выбирал не меня. Среди претендентов. Да, наконец-то мне удалось. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Должность палача. Folgende Personen haben sich beworben. О, Эдисон. Die Wahlberechtigten sind. Для начала сделаем карту. Инвентарь полон. Да? Делаем короткий перерыв на раздумье. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы, сударь. Вы знаете толк в комплиментах, сударь. Вы не пожалеете об этом. И все. Продолжим голосование. Эдисон. Эдисон. Отлично. Удобно. Оглашаю результаты голосования. У нас новое должностное лицо. Поздравляю. Спасибо, что выбрали меня. Уважаемые друзья, благодарю за то, что приняли участие в заседании. На этом я объявляю заседание закрытым. Недостаточно изготавливается спирт. Инда, я понял, понял, что приостановлен. Так. Помочь? Хорошее пиво. Что тут сказать? Что-то с микрофоном у тебя, кажись. Да, блин, ну то, что типа... Счастье в труде. Mm-hmm. Mm-hmm.
Рано отключаться. Нет, да я просто говорю тихо. Один из ваших детей может пойти в школу. В этом все дело. Так, таверна. Все будут готовить пшеничное пиво. Раз, два, пять, так. Пятеро. Да будет Фауст. Так. Вы хозяин. Euer Amtssessel ist bedroht. Я спешу. Сюда. Как же много пинс. Болят мои ноги. Уже в пути. Едет фургон. In vino vibono. Разделяй и властвуй. Это не займет много времени. А. Повозка поскрипывает. Вот и я. Да блин, ну хорош дрыхнуть, чувак. Ну... Ну, что ему понравится? Пирожные понравятся? Что? Помочь? Начнем. Работник при смерти. Работник. О. Работник. Как хотите. Хорошее пиво, что тут сказать. И что теперь? Ну, давай еще одну. Что-то не так? Так, здесь у нас что? Мужику надо будет подарить, наверное, пирожное. Думаю, он оценит пирожное. Рано отключается микрофон, потому что у меня шумовой гейт очень плохо выставлен. Ну, не то, что плохо, очень строго у меня. Необходимо это. Я пятый левел. Гость. Отлично. Хорошее пиво. Что тут сказать? Если это все, ну он идет. Найс. Оказывается, можно посреди ночи даже. Мне нужно что-то сделать с этими крысами и поскорее.
Нужно очень. С удовольствием. Хорошее пиво. Что тут сказать? Пошли обниматься. Ну да, конечно, спихнули со всех должностей, на которых. Больщик налогов Каспер. Такой. А, они все под моей волей. Ну-ка, надо сломить волю кого-нибудь. Что-то не так? Ого, он от одного объятия растекся. Ну-ка, пирожное на цель. Кто-то влюбился. Откуда вы узнали? Я уже давно ищу что-то подобное. Давай. И еще. Ну, ты ты тренируйся, да? Мое зерно без плесени. Мое зерно без плесени. С удовольствием. В общем, такие дела. Я искал, с кем пойти на концерт, и зашел в Кантухль. Еще через поиск людей в моем городе не вижу. Ну, вижу одну девушку. Почему бы не пообщаться? Осталась она в группе людей, с которыми я раньше гулял со стык. Так долго разговаривали, аж стало. Классно. Блин, а я вот. Ну, блин, проблема поиска тяну. Хотел найти, но, блин, я не понимаю, вот как. Так, Буасия хочет с вами нейтрал. Совсем. Династия скорбит. Просто, ну, блин, искать ВКонтакте такое, это, какое-то занятие сомнительное. Как ты дал? Он не происходит этот. Когито эрго сум. Эрго сум? Ученый. Нет места. Здесь надо. Третий левел. Отлично. Отлично. Третий левел. У меня много голды. Можно наконец. Кузница. Иногда дать спи, если это все. Ой, не-не-не, оскорбить не надо, никого оскорблять. Теперь у вас есть дочь. Счастье в труде. Дочь. Ильда. Забавный. Династия скорбит. Раньше знакомый же лучше искать, если не в его, конечно. Да блин, дело в том, что большинство тян круги знакомых, их достаточно много, но они как-то не интересуют вообще в таком плане. Ну, типа. С удовольствием. Они как-то, ну, не впечатляют. Ну, то есть, тян нужна такая, понимающая тебя, что душу, душа в душу, а не та, которая интересует. Ему не понравилось. Ему не понравилось, что мы его поцеловали. Он с одной сеточкой. Ну ладно, это не. Мое зерно без плесени. Ваши поцелуи слишком мокрые. Династия скорбит. Вот, ну и блин.
должна быть такой, чтобы не танцевать тебе. Душа в душу, видите. О, надо будет издать запреты на торговлю тех, кто мне не нравится. Это вообще чье это? Какой семье оно принадлежит? А мне в... А, я знаю. О. Ух, ревизоров, а что? А запрет на торговлю. Здание улучшено. Нет, запрет. Иногда дать пищу и душе, и телу бывает очень трудно. Вот, и, блин, и что теперь? В большинстве своем они какие-то такие, их интересует там какая-то срань, там, как круто выглядит, как всякие. Тамблер, пабы, веб-панковские, петелки. Короче, ну блин, ну нет, мне интересно, чтобы женщина, например, могла назвать там главные кинокартины Тарантино. Блин, а если женщина не знает, кто такой Тарантино, я просто не могу. Мне она не интересна. Рынок закрыт. Династия скорбит. До 18. А сейчас? А, торговать нельзя. Покупать-то можно? Если это все. Давайте, ревизор, найдите же какой-нибудь косяк, пожалуйста. Здание улучшено. Династия скорбит. Лучше, отлично. Так, теперь это полноценная гостиница. Прапать как... Площадка для танцев. Устройте в таверне площадку для танцев, чтобы здесь могли танцевать ваши работники и ваши клиенты. Как подсказывает наш опыт, то яблоко будет. Окей. Жареная грудинка. У зажиточных людей Из-за вида жирной свиной кожицы, которая неловко соскальзывает с вилки и плюхается обратно на сочный кусок мяса, может даже пропасть аппетит. Буржуа всегда с удовольствием дает предпочтение аппетиту жареной грудинки. Жареная грудинка – наш любимый блюд богачей. После принятия на грудь пары другой пинт парапинка от вас будет разить, как от которого будет пропоиться. Такое зловоние вряд ли понравится вашим участникам. Побьют. Спокойно. Призрачный туман. Это весь распыляется врагу в лицо, после чего пользуется своих умных способностей. Ская ложа. Если в вашей банной комнате будет ложа, то гости могут вести очень интимные беседы с особым противником. Это мне нравится. Кальян, о. Кальян придает обстановке больше уюта и может быть очень стимулирующим. Табак с определенными травмами, как будто ни было ваши гости восхищения от такой экзотической курительной принадлежности, так что они с удовольствием будут заходить вам снова и снова. Лестница для бань. Баня обеспечивает удовольствие. Блин, что шлиф такой мелкий. Баня обеспечивает удовлетворенность ваших работников, а лестница и безопасность после принятия расслабляющей ванны. После бани они смогут работать более эффективно и продуктивно. Окей, блин. Найс. Вместимость.
Палец умиротворения. Это деревянная палица, густо усеянная гвоздями, висит над барной стойкой, видно каждому. Она не только быстро восстановит порядок в случае среди гостей, но и пугнет воров. Найс. Это фул граппля. Ну, спирт довольно быстро закончил. Да. Прямо сейчас. Буржуев на ножи. Да. Мое зерно без плесени. Подписываю. Каждым словом. Этот не... Да? Тренируйся. Ты тренируйся. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, а? Вот, пиво говорит. Хорошее пиво, что тут сказать. Давай, блин, это уже возраст-то подгоняет, 28 лет, пора бы уже. Муженька найти. И что тебе теперь? Под 7. А ему-то уже... Как же время, блин, быстро. Вот это... Почти готовы. Тоже себе. Так. Ухаживать за кем-либо. Так, я вижу какую-то тему. Работа — моя страсть. Невольница, вор. О. 17. Найс. Молоденькая, прям очень молодая. Счастье в труде. Откуда вы узнали? Я уже давно ищу что-то подобное. Кто-то влюбился в вас. Кто-то влюбился в вас. Начнем. Начался процесс. Я люблю вас и с удовольствием провела бы остаток жизни рядом с вами. Вы возьмете меня в жены? С величайшим удовольствием. Наконец-то мы добились этого риторда. Что так. Касается моего ремесла, то мы ничего. Работаем на совесть. Пора работать. Это не может продолжаться долго. Почти готов. За что? Они убили женщину, с которой я сумел заговорить. Блин, вот возможно, это была единственная, это была первая женщина, в которой он влюбился в своей жизни. Ее просто избили и убили. Ты... Что? Да что? Нашествие крыс сведет меня с ума. Настолько жестоко-то. Она ведь ничего не... Начнем. Было отвратительно. А? Пора работать. О, блин, ну. Чё он завис? Письмо из Рима, это... Так. Вас оклеветали. Дали меня. Насвистывай, работали. А, она без сознания, она не мертва, ладно. Что-то не так? А уж что так, теперь? То... Что
касается моего ремесла, то мы работаем на совесть. Так. Пиво. Приступаю. Продажи в Ионе. Так. Это вот здесь. Или это где? Болят мои ноги. Так, чё? Здесь сложнее всего. Отправим в Илей. Настолько много разрослось в городе, что приходится в другие города ездить. Давайте. Дорога не бывает слишком длинной. Будьте там. Фух. Везде, где потребуется. Дорога не бывает слишком длинной. Ну, блин, здесь пшено очень. Повозка поскрипывает. Надеюсь, меня не ограбят? Охота. Нет, нет. Ману защита атака. Так, а чё? Пока только полный инструмент. Кольца. Тоже прикольно. Еще нечего. Если это все. Че, как-то можно ей помочь? Да. Я здесь хозяин. Эго сум, куи сум. Блин, капец, конечно. Какое древо. Огромным. Что касается моего ремесла, то мы работаем на совесть. Может, здесь есть что-нибудь, ну, что-нибудь, чем можно поднять. Духи, смазка. Можно. А, на пол. Аталанта. Носцы, жабий помет, очки аргуса, белый травяной чай, факел, видный крест, рабес, листин, аустат. Дубл.
Повозка поскрипывает. Я здесь хозяин. О, осталось изменить. Понравятся и духи. Да. О, откуда вы узнали? Я уже давно ищу что-то подобное. Еще немного, ребят, наверное, заседание отсидим. Заделаем ребенка для танки, которую закончим. После того, как я увидел вас, я не могу думать больше ни о чем. Спасибо за теплые и добрые слова, сын. Неужели опять Ю? Очень не улыбается это. Вот здесь Эллиот Леминг. Тот самый. Свои кольца дарите. Почти готовы. Блин, мне нравится их. Нравятся и кольца. Ну, чисто дичь. Значит, нравится пирожное. Не нравится. Это не может продолжаться долго. Блин. Да, пирожное кто-то. Нет. Нет, это дорого. А, духи появились. Есть еще какие-нибудь мысли? И тоже теперь не нравится. Ну а что нравится? Я в суд. Время. Работа — моя страсть. Ладно. Да? Errare humanum est. Так, надо смотреть. А, политика. Вот здесь-то хрень. Политика. Мы выдвигаемся на пост епископа. На пост епископа собиратели of Marshall Тома Фаб. Полный судья. Ну, тогда будем голосовать. Ой, Яна. Вот, короче, вот она. Мое зерно без плесени. Начнем. Вы не пожалеете об этом. Да, взятка видите. Ты кто сказать? Кое слово на букву. Позволяет вам взятка ее у себя. Будет ли выбран этот кандидат? Будет ли выбран? Как-то дико. Это не может продолжаться долго. Алия Якта Эст. Точно. Вот именно. Вы не пожалеете об этом.
позволяет вам подкупить себя? Блин, так смешно выглядит в такой толпе, да, это мешочек. О, как это мило с вашей стороны. Мафия работает. Мафия в деле. Кое-кто позволяет вам... Так, ну, охранник здесь называется? Аварийный. Очень много спит. Можно производить. Хорошо. Хорошо. Кое-кто пытается подкупить вас. А кто? Тулигаш, да. Большое спасибо. Ли, я проголосую. Я проголосовал за нее без денег. Народу много. Ди фиолетовых камзола сзади. Что он несет? Что он несет? Что-то вынес отсюда. Итак, я открываю сегодняшнее заседание. Ни одного, нет, ни одного члена добровольствующего. Знатный статус суверена. Unglaublich. So. Ну давай. Что она делает? Никакого Тома Фабре. Только на Тома Фабре. А ну укол. Почему вы думаете, что все еще я, конечно, в состоянии быть полезным Солу устроить переворот? Не Тома думаю, Фабре что конченый. Я когда-либо сделала что-то плохо. Я дам вам немного времени, чтобы все обдумать. Как интересно, лет уже Лигаш. 107 лет, она до сих пор суверен, блин. Так, конечно. Ох, как это мило с вашей стороны. А, давай, блядь. Большое раунд, спасибо. Да. Но я все равно не буду заниматься. Жадный жмот и еврей. Тома Фабри. Поможешь, станешь тишина. Членом совета. Давайте просто проголосуем. Нагласно. Оглашаю результаты голосования. У нас новое должностное лицо. Поздравляю. И Касру. Благодарю за доверие. Она вообще, походу, бессмертная. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Почетная должность консула. Folgende Person hat sich beworben. Weil sich nur ein einziger Bewerber für das Amt eingefunden hat, ist keine Abstimmung erforderlich. Да, наконец-то мне удалось. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Сан епископа. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. О, чёрт, он претендует, он же вообще не в государственном. Тома Фабре. Так, надо вот здесь сохраниться. Вам немного времени, чтобы все обдумать. Вы не пожалеете об этом. Вот их, наверное, всех должно бы
закусывать, типа. По сути, здесь все сидят полукровки какие-то, кто-то реально прям ребенок от бедняков, а кто-то реально бедняк, которого взяли я в жены. И они обладают титулом перед бароном, который ландграф, какой-то дико высокий тип. Сидят себе в совете, тут рулят всем. Оглашаю результаты голосования. У нас новое должностное лицо. Поздравляю. Да, наконец-то мне удалось. Надо было просто... Блин, действительно, заложил для всей этой династии успех. Должность смотрителя подземелья. Тот самый первый персонаж Адольф Леминг, да, 90 лет работал. Все время, покладая руку. Пришло. Для начала сделаем короткий перерыв на раздумье. О, как это мило с вашей стороны. Причем все молодые, кстати. Всем трем, мне даже 40 лет. Арпюр, это вообще 170. Голосуем. Оглашаю результаты голосования. У нас новое должностное лицо. Спасибо. Поздравляю. Победа! Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amt. Так, ну здесь. Здесь к нам лучше всех относится Дениза Бесант. Будем голосовать за ней. Нам нужны свои люди в совете, которые будут нам лояльно относиться. Фальдахат, она просто... Благодарю за доверие. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amt. Так, ну кто здесь? Мэттью Джайлс, его возьмем. Нет, не думаю. Я была крайне впечатлена вашим выбором темы для беседы. Я бы, конечно, и Жоржетту Буассье пропихнул, но она нам не нужна. Они... Их семья пыталась нас убить многократно, даже убила двух членов семьи. Голосуем. Ну, этого я простить. Мэттью Джайлс. Брат. Оглашаю результаты голосования. У нас новое должностное лицо. Поздравляю. Победа! Победа! Уважаемые сюда члены бы совета, Майлик Нюкач, благодарю победа. За внимание. На сегодня все. Счастливо добраться домой. Все, вот это последнее действие. Идем. Идем на гофмаршал. Гофмаршала выбирают суверен, верховный судья, консул и пис. Да. Все продумал. Если это все. Ардуа, пора работать.
просит. Это не может продолжаться долго. Династия скорбит. Бюст гашу, да. Так, отправляем женщину домой, где водитель. В доме так много людей. Говорю, давай удалимся в покой нашей страны. Здравствуйте, господа. Это Лайзендер. Очень плохо. Буквально последнее действие. Делаем. Налог с продаж изменен. Это не может продолжаться. Вот и я. Конец рабочего дня? Это еще что такое? Умереть. Они слухи. Прельстить. Шли уже Лэр Суфир. Нет, я... Она у меня дропнулась. Это еще что такое? Начнем. И закрашилась и перестала работать. Перестала работать, я дропнул. Насвистывай, насвистывай, работали. Перестала, короче, работать она. Она вылетела, перестала работать, я ее удалил. Ну, наверное, переустановлю. Но я буду играть только если будет достаточно народу в чате, потому что я сидел вообще один. Чем, ну, типа, сам себя изматывать. Пугать, страшить я не хочу. Но пытался в Биошок, но ничего. Я, короче, да, был сейчас стрим идет это. Я выпилил. Вот. А, да, ну это вторая часть. А предыдущая часть, она прервана. Я перезагружу. Я выпилил, короче. Там вообще ничего не было. Я настраивал и вылетал.